Всем снова привет! Сегодня с вами едем кататься по юго-востоку и югу Москвы, а точнее на автобусе 888 от 7-й Кожуховской улицы до конечной метро Нагатинский Задон. Раньше автобус 888, точнее маршрут, был на Войковской, ходил от станции метро Войковская. Теперь же перенесли сюда, на юг. Всем вам приятного просмотра, отличного настроения, как всегда. Если видео было интересно, делитесь своими комментариями. Поехали! Следующая остановка – улица Петра Романова, дом 7. Thank you.
Thank you.
Дом на Жуковской. Что она пришла до этого, она пришла до этого.
Сообщайте в этом.
Thank you.
Метро Коломенское. Следующая остановка – 9-й квартал. Пожалуйста, при входе приложите свой билет и заметную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятного вечера. Открывается, да?
Чего? Следующая остановка – Затонная улица, дом 7. Следующая остановка – диспансер. Субтитры сделал DimaTorzok.
Корабельная улица. Корабельная улица. Следующая остановка ОГД Нагатинский затон. Thank you.
Захотелось мне под конец съемок совершить небольшую пешую прогулку в сторону Москва-реки, благо она здесь рядом. На противоположной стороне уже находится район Печатники, а туда Коломенская набережная. Там 10-й шлюз, который мы с вами проходили, я на это снимала видео. Я тогда путешествовала в Заозерье. Если вам интересно, давайте с вами вместе полюбуемся видами.